Прогулочные тропы и смотровые площадки, зона отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей. 1 июля жители Самары увидят благоустроенную вертолетку в поселке Управленческий. А сейчас, перед официальным открытием, важно нанести последние штрихи, прибрать листву и собрать мусор. Этим занимаются активисты-общественники. Помочь, так сказать, подготовить вертолетную площадку к официальному открытию. Они помогают тут персоналу, собирают мусор, где-то что-то поливают. Вертолетная площадка для нашего города любимого – это одно из таких значимых общественных пространств и для молодежи, в том числе и для семей с детьми. Ну, это же просто необыкновенная какая-то красота, правда? Смотрите, сколько сделано. Не говоря уже там о дорожках, о доступной среде для инвалидов, да, о перголах, о навесах, о цветниках потрясающе совершенно красивых. То есть тут такая красотища. Это все сделано в рамках проекта «Комфортная городская среда». Мы, конечно, очень надеемся на то, что вот к этой красоте наши жители отнесутся так же восторженно, как и мы, и сделают все, чтобы эту красоту сохранить как можно дольше. Вместе с самой площадкой отремонтированы тротуары, установлено освещение, организованы дополнительные парковочные места. Там активисты тоже навели порядок, чтобы одно из любимых мест отдыха встретило самарцев во всей красе. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.